35 реликвий, более 100 автомобилей специального сопровождения и тысячи людей, встречающих автоколонны на протяжении всего пути. В Цумадинский район сегодня прибыли личные вещи пророка, мир ему, и его сподвижников. Потомки дома пророка, саллаллаху алейхи вассалям, живущие поныне, остались только от Фатимы Захры. Для жителей района это радостный день. Выставку реликвий пророка, мир ему, ждали всем сердцем. Теперь жители Цумады и других районов Дагестана смогут воочию увидеть частичку самого посланника. Это событие является очень значимым и долгожданным для нашей республики. И так как у нас прошлый год был тяжелым, из-за коронавируса были отменены все мероприятия. И, конечно же, люди ждали. И вот, наконец, это свершилось. И мы рады, что это получилось именно в Цумадинском районе, в селении Агвали. Среди реликвий присутствует волос самого пророка Мухаммада, мир ему и благословение, чаша, из которой он пил молоко, его кинжал и многое другое. Люди, когда приходят посещать эти реликвии, они погружаются в эту атмосферу, как будто бы они находятся рядом с этими людьми и хотят где-то быть похожими на них. И вот таким образом получают благодать, и я думаю, это способствует и облагораживанию нравов, и всем лучшим поступкам. Выставка продлится до 9 мая. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Агвали.